Никаса Сафронова настигла страшная беда. В жизни Никаса Сафронова произошло несчастье. Элитную квартиру художника в Москве затопила соседка. В ночь на субботу, 3 августа, Никас Сафронов возвращался из ресторана CDL, где проходили проводы актера Эрика Робертса. Внезапно художнику позвонил помощник и сообщил страшную новость. Его квартиру в Брюсовском переулке затопила соседка сверху. Живописец сразу позвонил в экстренные службы. Когда Никас Сафронов зашел в дом, перед ним предстало ужасное зрелище. От воды пострадал потолок, который вручную расписывали мастера. Всю ночь он пытался вместе с помощниками спасти уникальные картины и редкие книги. Вода лилась в мою квартиру 4 часа, заливая антикварные книги, редкие картины, дорогую мебель, уму непостижимо полы вздыбились. В этом помещении я делал ремонт в течение 2 лет, расписывал стены и потолки. Это был кропотливый, многолетний труд, передает его слова «Комсомольская правда». Публикация фотографий из Инстаграм. Как выяснилось, у соседки сверху прорвало трубу с горячей водой. Женщина перекрыла воду и позвонила в ЖЭК. Работники конторы пообещали прислать слесаря на следующий день, после чего соседка легла спать, не предупредив художника. По словам Никаса Сафронова, ему причинили не только материальный ущерб, но и психологический. «Я столкнулся не только с безалаберностью, но и с возмутительной черствостью», — заключил живописец. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Богиня, 50-летняя Бондарчук сразила наповал снимком в купальнике. Слабое дитя, беспомощному Зеленскому поставили неутешительный диагноз. Знаменитая модель с целлюлитом возмутила народ переделанной фигурой. Измазанную маслом и раздетую до трусов кандилаки умоляют остановиться. И многое другое.